Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на новинки магазина «Светофор» города Вязьма, улица Комсомольская. В больших количествах привезли молоко в литровых коробках за 38 рублей. Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жирности 3,2%. Производитель «Милк Экспресс», Московская область. Интересные оладьи панкейки за 80 рублей продаются в коробках весом 0,5 кило. Есть оладьи как шоколадные, вот такие коричневые. И внутри них есть начинка с банановым вкусом. А также есть второй вариант этих панкейков. Они вот в таком белом цвете, классические. И начинка у них уже абрикосовая. Мягкие венские вафли продаются в коробках весом 650 грамм. Производитель ООО «Слакон», тот же самый производитель, что у предыдущих панкейков. Стоит 110 рублей. Выглядит очень аппетитно и ароматно. Одна коробочка была вскрытая, и мне удалось ощутить этот приятный аромат вафель. Большой привоз вафельных рожков с творожной начинкой, который называется «Пингвиненок Понго». Продаются они в упаковочках по 5 штук и представлены с разными ароматами. Это грецкий орех, черника, вареная сгущенка, а также еще была упаковка и с ванилью. Новая колбаска от фирмы «Анком» стоит 242 рубля и называется она «Сервелат белорусский, колбаса варено-копченая категории Б». Состав вы можете видеть на экране. Колбаска на ощупь средней мягкости, но в то же время такая упругенькая. Мясной деликатес под названием «Потроха куриные в желе» стоит 193 рубля. И по факту это куриные желудочки с добавлением различных овощей, брокколи. В некоторых палочках даже отчетливо видны брокколи. И все это залито в желе. Зато состав это самый натуральный. Я подобный деликатес пробовала, мне в принципе понравился. Неплохие по внешнему виду замороженные шампиньоны весом 1 кг стоят 122 рубля. По вкусовым качествам ничего не знаю, врать не буду, но внешне они мне понравились. Большой привоз свеженьких ароматных эклеров. Эти эклеры в нашем городе очень любят и разбирают очень быстро. Икра из баклажанов, производитель «Усадьба Атаманов», стеклянная банка весом 500 грамм стоит 33 рубля. В составе баклажаны, морковь, масло, лук, а также добавление различных специй и мука для придания густоты. Как всегда, есть в продаже в магазине «Светофор» оливки и маслины по 44 рубля, вот такие консервированные шампиньоны за 62 рубля, персики за 93 половинками и вот такие консервированные ананасы за 70 рублей. Овсяная кашка в порционных пакетиках, в упаковке 5 штук, стоит это все 20 рублей. И эти каши в спайке продаются с разными вкусовыми добавками. Есть как обычные с молоком, есть с абрикосом, клубникой и черникой. Я такие каши пробовала, неплохие, вкусные, ароматные за счет наличия ароматизаторов. Но один у них недостаток, что их очень мало в пакетике. Продаются две разновидности поливочных шлангов для огорода. Это обычный шланг за 330 рублей. Вот таким образом он выглядит. Полупрозрачный, есть зеленый, есть красный. А также вот такой военный шланг. Он называется армированный, потому что внутри проходит такая сеточка, она более уплотненная. И стоит он 410 рублей. Длина шланга 20 метров. Концы никак не обработаны, никаких насадок нету, то есть все насадочки вы уже прикрепляете сами. Также в магазине «Светофор» большой запас туалетной бумаги, вискозных полотенец, бумажных полотенец, а также салфеток. Очень много, так что не переживайте, если кому-то надо, в «Светофоре» всегда можно найти. Также есть в продаже влажная туалетная бумага и влажные салфетки за 35 рублей. Производитель «Аура», салфетки хорошие, качество отменное.
Новые варианты оформления эмалированных кастрюлек за 380 рублей. Кастрюли объемом 4 литра 300 миллилитров. По факту обычные кастрюльки, никакого декора дополнительного нету, только вот изображение. И есть кастрюльки с анютиными глазками. Вот такие красивые под жостовскую роспись, либо под хохлому внутри выглядят вот таким образом. И обычная стандартная крышка. А также есть красивые кастрюльки с вишнями. Большой завоз щеток стеклоочиститель за 80 рублей. Это щетки на дворнике, крепление у них на крючок. В каждой упаковке одна штука. Подходит практически для большинства автомобилей. Постараюсь вам быстренько показать все модели. Если вас что-то заинтересует, поставьте на паузу. Я думаю, четкость позволит прочитать. Есть разные размеры. 50 сантиметров, 55, 45, 60, 53. То есть можно подобрать практически на все автомобили. Также есть новиночки и среди игрушек. Посмотрите, какие интересные наборы для детской кухни, которые включают в себя пластиковую варочную поверхность на две конфорки. Все выключатели крутятся. И еще в комплекте идет сотейник с крышкой и маленькая кастрюлька. Стоит 97 рублей. И примечательно, что эти игрушки произведены в Белоруссии. Большой выбор детских машинок – это джипы разных модификаций, разных расцветок. Изготовлены они из пластика. Производитель уже Китай, но качество ничем не хуже. Эти игрушки качественные, никакого запаха я не почувствовала. Так что для мальчишек точно можно подобрать неплохую машинку. Также привезли очень много мячиков. Это мячи для футбола, волейбола и баскетбола продаются. Они в вздутом виде. Ценника, к сожалению, не было, поэтому даже врать не буду, сколько они стоят. Но я думаю, в районе 100 рублей, как и в прошлом году. Необходимо их накачивать. Можно накачивать как ножным насосом, а также и автомобильным компрессором. Стандартные спайки детского мыла с кремом стоят 40 рублей, в спайке 5 брусочков. Новый отбеливатель, пятновыводитель с активным кислородом, называется Мистер Д, стоит 49 рублей за пакетом весом 600 грамм. Не содержит хлора, а также в составе активный кислород, который помогает бороться с пятнами. Можно использовать как в машинной стирке, так же вручную, можно замачивать и подходит для всех типов тканей, для белых и цветных. Появилось очень много в продаже наборов пластиковых заборчиков для декоративного оформления клумб. Стоит 220 рублей. Подушки эконом-варианта размером 50 на 70 сантиметров, наполнение холофайбра, стоит 95 рублей. Продаются разными расцветками, то есть разные расцветки наперников. Производитель — город Иваново. Такую подушку я покупала, у меня Соня на ней спит, и мне нравится, что ребенок ночью на ней не потеет, то есть подушка легкая и хорошо пропускает воздух. Привезли очень много монтажной пены, называется она «Ударник», стоит 133 рубля. Объем баллона 1 литр, но а готовой пены получается объемом 17 литров, даже больше ведра. Имеется трубочка для подачи этой пены и удобство заделывания швов, а производитель — Россия, город Санкт-Петербург. Ну а следующая новинка меня просто шокировала, потому что это я не ожидала увидеть в светофоре. Это ковры. Ковры Паласа белорусского производства размером 160 на 230 сантиметров. Расцветка бежево-серая, стоит 3900 рублей. Все ковры свернуты в рулончик, так что вживую мне увидеть их не удалось, но зато примерные изображения расцветок дизайнов я выложу. Эти изображения были представлены в нашей группе в Одноклассниках, так что я думаю, все соответствует и по факту смотрятся они очень красиво. Также имеется этикетка, на которой указаны все обозначения, как можно обходиться с этим ковром, можно ли его гладить, можно ли его стирать, отжимать, отбеливать, все указано на этикетке.
Большие пластиковые ящики-контейнеры для хранения инструментов в черном цвете. Вверху имеются два маленьких отделения с прозрачными крышками, в которых можно хранить различную мелочевку. Размеры 42 на 22 сантиметра, высота 18 сантиметров. Имеется ручка-переноска и внутри одно большое отделение без всяких разделителей. Пластик плотный, крышки защелкиваются очень хорошо, так что ничего не высыпется. Полка, тарелка-сушитель универсальная из нержавеющей стали, стоит 224 рубля, упакована вот в пакетике, но обязательно картинку вам оставлю, как она выглядит внутри. Есть нижнее отделение для тарелок, под которым располагается пластиковый поддон, а вверху можно располагать кружки, чашки. Можно использовать как стационарную полочку, а также можно подвешивать. Размеры полки 39,5 см на 24 и высота 43 см. А также появились в продаже неплохого качества вот такие резиновые сабо, утепленные. По факту напоминают они калошки, только без задника. Внутри находится утепляющий материал вот такой тканевый. Пяточка не сильно высокая, примерно выступает на сантиметр, но амысы выглядят вот таким образом. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет, что бы вы хотели себе приобрести. Если это видео было для вас интересным и полезным, поддерживайте его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!